Готов ли подвиг к новому учебному году? В здании сделали косметический ремонт, кровлю также реконструировали. Кроме того, по программе энергосбережения, на которую выделили деньги, сотрудники меняют освещение. Также отработана система пожарной безопасности. До сентября специалисты планируют отремонтировать 3 кабинета для преподавателей за счет помощи меценатов. Все работы выполняются сами, подрядчика не привлекали. Подвиг оборудован медицинским классом и комнатой отдыха. Общее состояние можно признать как хорошее. Конечно, мы для себя сделали определенные выводы, что необходимо здесь к следующему, уже на следующий год, наверное, проводить какие-то ремонтные работы, связанные с интерьером. На протяжении многих лет туалетная комната здесь требует ремонта. Но на сегодняшний день все находится в удовлетворительном состоянии. Ну, некоторые классы, как я уже сказал, в хорошем даже, да. И, в принципе, учреждение к учебному году готово. Всего в подвиге обучается около 130 курсантов. Ребята участвуют во многих городских конкурсах. Также состязания проводят и внутри организации. Например, «Мама, папа, я спортивная семья». В скором времени курсанты представят свои работы на фестиваль «Воздух». Кроме того, ребята занимаются спортом, участвуют в субботниках, посещают экскурсии.